Большое число российских казаков лишь формально является православными, заявил глава Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Выступая на 21-м международном рождественском образовательном чтении, иерарх привел данные опросов, согласно которым число крещенных детей казаков составляет 70%, а венчанных браков 40%, сообщает в понедельник сайт Московского патриархата. При этом, хотя к православным среди казаков относят себя почти все опрошенные, бывает в храме хотя бы раз в месяц лишь половина из них. Посты полностью или частично соблюдает 26,5%. Символ веры знает наизусть 14%, а «Отче наш» 57,3%. Он заявил, что существует достаточное количество тех, кто причисляет себя к казакам, но к православию относятся либо формально, либо не относятся вообще. При этом и среди православных вера невелика, поскольку воспринимается либо как некий атрибут, либо как часть казачьего служения по охране храмов и защите православных реликвий. Он также заявил о сложностях во взаимоотношениях казачьих обществ и чиновничества на местах. Как сообщил митрополит Кирилл, сейчас казаки, занимаясь религиозным и патриотическим просвещением внутри своей среды, пытаются зарегистрировать собственные просветительские центры, где в том числе дают основы знаний закона Божьего.